А на организацию московского шествия за честные выборы 4 февраля не хватает денег. Главный казначей мероприятия, журналистка Ольга Романова, сообщила на своей странице в Фейсбуке, что собрано меньше 2/3 от нужной суммы. Всего на обустройство сцены потребуется около 3 миллиона рублей. Перед митингом на проспекте Сахарова эту же сумму собрали за считанные дни. Большинство пожертвований составляли тогда около 300 рублей.